Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня у нас 29 апреля 2019 года. Я нахожусь на море, как вы видите. Вот там у нас виден корпус санатория «Малая бухта». Там у нас проходит набережная. Чайка летает. Вот. Там стоит табличка, что опасная зона — камнепад, потому что может камень упасть. Вот. Здесь вот бревно такое интересное лежит. Хорошее бревно. И лежит мой велосипед. Он стоял и упал. Ветер достаточно сильный, поэтому... Ну, вот эти трубы — это водостоки. Ливневая канализация, так скажем. Пляж здесь галечный. Много, конечно, пробок. Очень много пробок. И пляж такой, камни воспринимаются как разноцветные. Тут и оранжевый, и красный, и синий, и желтый. И так вот везде. Ну, любит у нас народ пить и пробочки выбрасывать. Они и бутылочки выбрасывают, но я думаю, бутылки-то там волонтеры собирают, а вот за каждой пробочкой, как говорится, не нагнешься. А потом, наверное, много еще выносят морем, не знаю. Вода холодная. Потянуло меня сегодня на море, друзья. Знаете, посмотрел фильм я. Фильм 63-го года, режиссер Пырьев. Называется «3+2». Ну, помните, там играет Фатеева, Курницкая и три актера-мужчины. Один из них, значит, Андрей Миронов, Жариков и еще один, вот, малоизвестный. А, Нилов. Вот. И чем интересен этот фильм-то, друзья? А фильм интересен тем, что он снимался, ну, так скажем, в разгар социализма. Вот, когда все западное нам было чуждо, еще, по-моему, не сменился Хрущев, он в 64-м году заступил Брежнев, а Хрущев когда ушел? По-моему, в 63-м и ушел, да? Ну, в общем... По крайней мере, времена-то были еще такие, когда выставки художников там сносили, когда гонения были на Пастернака, на Ахматову, кинорежиссерам доставалось. Вот. И этот фильм тоже, кстати, попал во вторую категорию. Ему вообще как бы не пророчили никакого успеха, однако сразу же за какой-то короткий промежуток времени он собрал 45 миллионов зрителей, посетили его. Вот это, конечно, был грандиозный успех. И фильм этот на Западе транслировали, ну, показывали. Вот, правда, под другим названием. «Дельфина». Это уже второй труп. Там я видел еще один. Вот, друзья мои. Там видел
бухта. Кстати, вот как какие-то камни, интересно, постройка какая, кирпичи какие-то врезаются прямо с берега, интересно, фундамент, что здесь было когда-то. Вот. Ну, это такой пирс, девушка скачет. Так вот, друзья мои, просили про этот. Время было такое советское, а фильм сняли совершенно не типичный, не советский. Идеологии там никакой, политики партии никакой, вообще ничего. Вот, наоборот, там такие герои, один дипломат, который все говорит про Запад. Вот. Причем интересно, что когда его, этот фильм снимали, там вся одежда бралась у борцовщиков на барахолках, на, как скажем, на черном рынке. Вот. То есть все платья, купальники. Вот, даже какие-то вещи, все было такое вот нетипичное, не советское. Поэтому вот этот фильм и хотели, так скажем, не приветствовало его руководство кинематографа советского. Но тем не менее этот фильм пошел и до сих пор идет. Еще интересно, друзья, что этот фильм снимался двумя камерами. Широкоформатный, ну то есть это вот такой был западный стандарт, и обычной камерой, правда, цветной. И есть различия, то есть это получается два фильма вот вообще у нас существует. Я даже сегодня пытался сравнивать, и интересно, конечно, наблюдать какие-то вот нюансы, вот, потому что широкий формат берет большую картинку. Ну, это вот один нюанс, так скажем, об этом фильме, о том, как он снят. И еще один нюанс, конечно, это вот само море, сама атмосфера отдыха. Три мужчины разных профессий приехали на море просто вот пожить дикарями. У них там палатка, у них там значит, продукты, консервы. Вот, ну, в общем, интересно. И я вот подумал, что я-то тоже живу на море. Вот, и как здорово так вот просто уединиться когда-нибудь и пожить дикарем. То есть и ложиться на море, спать, и вставать утром, чтобы видеть море, вот, и есть, и, может быть, даже что-то добывать съестное. Поэтому вот этот фильм навел меня на такие мысли. Напишите, что вы по этому поводу думаете.
а вон лебеди, друзья. Ходят одинокие прохожие, так скажем. Интересно. Мужчина идет, рыбак, с удочкой. А вот там кто-то даже искупался и загорает. Все 33 удовольствия, и солнце, и море, и лебеди, и одиночество, и небо голубое. Все, замечательно.
Ну вот, дорогие друзья мои, мое видео подошло к концу. Пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Нажмите значок колокольчика, чтобы получать оповещения о новых видео. Обязательно пишите комментарии, что вы думаете вообще о таком формате моего видео, которое вот сегодня вы увидели. То есть, в принципе, ничего такого особенного не происходило. Была просто какая-то картинка, какие-то мои разговоры. Обязательно напишите мне, это очень важно знать. И смотрите другие мои видео, которые появляются вот сейчас, вот здесь, здесь. Подпишитесь на мой канал. И всего вам доброго, друзья. До следующих встреч.